Я очень дружу с Тверью, потому что я дружу с Оксаной Васильевой, Арсеном Агамаляном. Они участвуют в чемпионатах Всемирного танцевального совета, Российского танцевального союза. Они двукратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы. Они эти титулы завоевали на тех турнирах, которые мне доводилось организовывать. Я был уже здесь неоднократно, был на концертах Арсена и Оксаны, был на турнире очень интересном. Тверь – замечательный русский город. И мне очень приятно, что федерация, которая здесь работает, проводит огромную работу. Большое количество пар, замечательные участники. Этот турнир, который организовывал Арсен и Оксана, отличается во всем высоким вкусом. В организации, в расписании, в оформлении. И, конечно, огромная благодарность еще и вагоностроительному заводу, потому что и другим партнерам, и меценатам, без которых этот праздник не мог бы состояться. Поэтому я могу только поздравить всех зрителей, всех участников и всех партнеров этого турнира.